В Общественной палате республики состоялась встреча представителей ведущих СМИ республики и представителем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Он рассказал об особенностях работы журналистов в настоящее время, ответил на интересующие вопросы. Подробности у Али Баташева. Работа СМИ в современных условиях, когда перемены происходят быстро и затрагивают множество людей, имеет свои особенности. Владимир Соловьев, ранее военный корреспондент, сейчас председатель Союза журналистов страны, рассказал о недавней поездке в Луганск и новых наградах для журналистов, работающих в зоне боевых действий. Когда у нас проходило ежегодное награждение нашим высшей наградой журналистской «Золотым пером» и другими нашими наградами, мы как раз попросили... Мы придумали новую награду, которая называется «За смелость при исполнении служебного долга» и для военкоров. И вот наших лучших военкоров мы попросили, чтобы награждали их председатели Союза журналистов Луганской и Донецкой республики, потому что они видят, как они там работают. Владимир Соловьев ответил на интересующие журналистов вопросы, в частности о том, как работать в условиях существующих ограничений в федеральном законодательстве. И те ограничения, которые сейчас приняты, они сделаны для того, чтобы не навредить нашим военным. И как только специальная военная операция будет закончена, Союз журналистов будет настаивать на том, чтобы эти ограничения были сняты, естественно. Главный редактор газеты «День Республики» Евгений Кратов задал вопрос о необходимости создания условий для повышения квалификации журналистов и других специалистов СМИ. Также журналистов интересовали новые форматы диалога между народом и властью с учетом особенностей менталитета региона. Есть такой формат во многих регионах, например, вот такой планерки с губернатором, где садятся там руководители СМИ или журналисты, так сказать, известные в регионе, и просто рассказывают о проблемах, рассказывают о том, чего не хватает. И это работает во многих регионах страны, в том числе в таких регионах, где есть особый менталитет. В завершение встречи на память о нашей республике Владимиру Соловьеву подарили ценный сувенир – кавказский кинжал. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаево-Черкесия».